Знаете ли вы, что в состав риса входит 8 аминокислот, которые требуются человеческому организму для создания новых клеток? Рис – источник нескольких витаминов группы В, витаминов ПП и Е, что способствует укреплению нервной системы, благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. В рисе есть и сложные углеводы. Самым полезным считается нешлифованный или коричневый рис. Рис считается продуктом богов и на самом деле удивительный продукт. Является достаточно мощным сорбентом. Он выводит определенное количество солей. Есть миф, что на самом деле способствует снижению отеков. Это не совсем достоверно. Это связано, скорее всего, наверное, с рационными свойствами этого продукта. Длительное нахождение на моно-рисовой диете вредит все-таки здоровью. И страдает содержание калия в организме. То есть, если человек длительно сидит на рисовой диете, то необходимо восполнять теми продуктами, которые содержат калий. Считается даже, что, допустим, рис способствует, там, обладает лечебными свойствами для людей, страдающих заболеваниями суставов. Но это тоже как дополнительная пищевая добавка. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рисовые отвары обладают обволакивающими свойствами, то есть способствуют заживлению слизистой. Но это все равно должно быть в комплексе всех мероприятий, направленных на лечение того или иного заболевания.